Ну что же, представляем вам, дорогие телезрители, наших сегодняшних гостей. И сегодня у нас в студии актриса и исполнительница главной роли в фильме «То, что никто не видит» Катерина Шпица, Евгений Ткачук, также исполнитель одной из главных ролей в этом же фильме, и, конечно, режиссер фильма, небезызвестный уже и нам, и вам, Станислав Токалов. Добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо большое, что нашли время прийти к нам в студию. И поздравляем вас, конечно же, чувствуем даже свою сопричастность к этому событию. Не первый раз, Стас, вы уже у нас в гостях. Мы следили от начала, как это все начиналось. И вот, наконец, состоялась премьера. Конечно, мы всех вас с этим поздравляем. Давайте начнем говорить. Как прошла премьера? Какие, может быть, первые отзывы, первые впечатления зрителей? Ну, мне говорить? Ну, тебе, конечно. Хорошо. Да, с тобой больше делились все-таки. Не знаю, мне кажется, прекрасно прошла премьера. Выше всяких ожиданий, да, о том, что ожидания высокие мы себе ставим, но очень в какой-то такой правильной атмосфере, заряд, и в конце фильма можно было наблюдать, что люди действительно посмотрели фильм. То, что каждый, понятно, что очень субъективно определяет, на свой мир накладывает то, что он увидел, но ощущение, то, что человек о чем-то думает после того, как закончился фильм, было, и многие даже сказали о том, что, ну, что именно им понравилось и что зацепило, поэтому очень прекрасная атмосфера была, прям такой заряд энергии был получен на то, чтобы вот дальше заниматься. Ну и никто не ушел, я так понимаю. И никто не ушел, да. Это показатель самое, хороший, на это самом прекрасный деле. Показатель. 6 человек ходили в уборную. Вы я понимал. Да, но они все вернулись. Слава богу. Да. Но, наверное, хорошее кино темой отличается от плохого, что каждый в нем находит что-то свое, и в нем заложен не один единственный смысл, а это некий гипертекст, который может снять каждый. Каждый может снять свой какой-то слой. Вот хотелось бы спросить, наверное, у актеров тогда вот расскажите с вашей точки зрения, о чем этот фильм? Евгений, может быть, если можно сформулировать коротко. Да-да-да. Сложно. Мне кажется, это фильм про то, как люди загоняют себя в тупик и выходят из него при помощи некого третьего лица в данной истории. Это искусственный интеллект, это Анна, которая у нас появляется одним тоже из главных персонажей, которая помогает, собственно, найти этим двум закрытым людям подход, выход, то есть друг к другу. И в любви спасаются, в общем, от трагедии, которая у них была у обоих. Катерина. Да, да. Для меня это кино о движении от человека к человеку. Кино о том, как мы находим друг друга и как мы друг друга проявляем. Мы можем притягиваться друг к другу своими травмами эмоциональными, которые каждый из нас получает в жизни. И в этом союзе разрешать эти травмы, помогать друг другу исцелиться, найти любовь в ее глобальном проявлении. Что называется, своего узнаешь по диагнозу. В какой-то степени, да. Вот очень хочется спросить как раз-таки у вас, актеров из России, что заставило согласиться на предложение латвийского режиссера, молодого режиссера, для которого фильм «То, что никто не видит» является, в принципе, первым игровым кино, полнометражным фильмом. Угу. Вам, в общем-то, актерам уже с именем, будем говорить так. Как он вас уговорил, в конце концов? Он говорил, очень заражен. Тебя, может быть, он уговаривал, меня уговаривать не пришлось. Я сама на пробу практически прибежала после того, как получила сценарий. Я получила сценарий, и как только увидела название, мне уже стало интересно. Потом я стала читать, прочитала эпиграф и увидела структуру сценария, диалоги, как они написаны. И несмотря на то, что это был не идеальный русский язык, поскольку Стас все-таки живет в Латвии, я поняла, что это очень добротно, крепко и мощно написано, и сочла за честь. Вас наводили справочки режиссеры? Как я не наводила, нет, или... не наводила. Ну, вы были знакомы вообще до этого, нет, или нет? Мы не были знакомы. Нас... Это было все с белого листа. Нас сказать, познакомили через моего агента. Я так понимаю, что кастинг-директор Стаса или сам Стас обратились с запросом в Москву, и уже их знакомые продюсеры вывели как-то
на моего агента, нам с агентом пришел запрос, и мы познакомились только на пробах. Но на пробах я обычно сразу все просекаю в первые несколько минут. Вот мне хватило буквально пары фраз, как только я вошла на порог комнаты, где проходили пробы, чтобы понять, что это мой режиссер и что я хочу с ним работать. Даже боюсь спросить, что сказал Станислав. Добрый день. Особенного, да. Проходите, садитесь. Ничего особенного. Начали. Мотор, или как у вас говорят? Да, но что-то витало в воздухе, и мы сегодня уже обсуждали втроем ситуацию, что когда я пришла в тот день на пробу, почему-то на том этаже, коридор которого вел вот в дальнюю комнату, где были пробы, не было света. Что случилось? Не это знаю. Это Анна. Сюда. Я шла по темному коридору, и вот Стас, видимо, как свет какой-то на контрасте, привлек мое внимание, и я почувствовала в этом что-то особенное. Евгений, а у вас какая история? А у меня так вышло, я приехал сниматься в картине «Беглецы», которая никак не может выйти, у меня какой-то затор там случился. Но Стас тоже работал на этой картине, кем супервайзер, кем ты... Спецэффектор. Спецэффектор, супервайзер. Ух ты. Или что-то наоборот. Да. Ну, и в процессе съемок мы так разговорились, и Стас начал говорить о том, давай делать свое новое кино, которое нас будет вот, нам будет нравиться. Я говорю, так давай, давай. И Стас тут же прислал сценарий где-то через месяц. Потом мы встретились и сняли первую картину, короткометражку, которая... «Простые желания». «Простые желания», которая уже прошла год. Три назад, да, уже? Да, наверное, три. Да. Это та короткометражка, за которую вы Большого Кристопа получили? Да, да, да. Угу. Не дайте мне. То есть, получается, здесь старая комбинация все-таки проявляется. Люди, ну, кроме Катерины. Да. Да. Я была свежим таким ингредиентом. Вливание. Ну, почему? Андрис Кейш еще тоже свежий, с которым я тоже готов дальше прямо делать тоже очень... У нас как-то вообще сложилось, что плотно так... Ну, я могу сказать, что просто вот со Стасом действительно мы нашли общие темы, и нас в одно направление мы смотрим, и когда появляются соратники, да, это всегда приятнее и удобнее творить вообще сообща. А мы с Женей заново обрели друг друга, потому что мы в 2011 году снимались в дипломной работе выпускницы мастерской Алексея Учителя в ВГИКе, да. «Смех Таисия в темноте» по Набокову «Камера шкуры». И там как-то вот что-то не то. Мы не конфликтовали, нет. Но у меня не было ощущения актерской химии. А потом, когда мы встретились уже 4 года спустя, у меня уже родился ребенок, мы оба повзрослели, стали более зрелыми личностями. И вот тут вдруг что-то заработало. Ну, я была очень рада узнать, что мы будем сниматься с Женей. Я надеюсь, что у него тоже приятное впечатление обо мне осталось после съемок. После тех? Да, после нет, тех нет, я бы постарался нет? их забыть просто. Ты знаешь. Потому что там было что-то непонятное. Да, нам было тяжеловато почему-то, но я думаю, что это было из-за рамок, в которых мы тогда существовали. А режиссер, вот, кстати, в этом процессе, в этой химии играет какую-то роль для того, чтобы актеры как-то почувствовали друг друга? Я думаю, да. Ну, в данном случае очень одну из первых главных ролей играет, конечно, Стас, который написал сценарий, который понимал, кто ему нужен из артистов в этих ролях, и ища Катерину, и понимая, что это буду я там в роли сумасшедшего паралитика. Ну вот, говоря об актерской химии, продолжая разговор об актерской химии, о контакте, который возникает между актерами, вот интересный вариант у вас получается. По сути, Евгений, вы играете человека парализованного, который большую часть фильма лежит в коме. Ну, не больше трети. Треть фильма. Лежит в коме. Долго довольно. Вот как в таких обстоятельствах как раз-таки рождается вот этот вот обмен энергии, вот этот контакт? Может быть, это к вам, Екатерина, тогда вопрос. Как играть с человеком, который не реагирует на... А может быть, и реагирует? Вот. Ну, мы же снимаем не подряд все сцены, то есть это не так, что мы вот пришли неделю, Женя лежит. Да, лежит неделю, да, там меняются локации, меняются места, и фильм, он непоследовательно сменяется. Тем более мы, ну, как бы, делали репетиции, пробовали, да, в принципе, разговаривая между сценами. Ты уже, эта завязка, она само собой происходит. Мы просто работаем вместе, а не делимся на команды, вот это актеры, это режиссер, сейчас
сейчас вот он подойдет, что-то нам скажет, и мы будем тут сидеть полчаса дома. Мы весь текст перелопачивали вместе, меняли слова, тексты, сцены меняли, просто вот вообще на 180 градусов разворачивали. Да, да, мне кажется просто, что тогда он живет, но если вам пришла лучшая идея, почему вы не можете ее воплотить в жизнь? В чем смысл тогда этого? Он тогда умирает, материал. Сценарий же это не книга оконченная, сценарий это инструкция для съемок. И, ну, вот с этой инструкцией... От которой нужно просто отталкиваться, и все. Да, 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 да. И главное просто уследить и не потерять общее ядро, ну, вот, про что, о чем вы говорите и к чему вы идете, да, чтобы потом оно не рассыпалось, да. Но внутри уже слова, которые усиляют работу, мизансцены, движение, оно все должно жить и меняться. Ты в одно и то же место, в одну и ту же комнату заходишь два раза, вот утром заходишь и вечером заходишь, это и там уже все поменялось, другое. Если ты невнимательно будешь смотреть, просто наблюдать, что с ней поменялось, какое настроение теперь здесь, то могут возникнуть большие проблемы, потому что ты будешь работать против места, против настроения, которое там присутствует. Ну вот, а все-таки мне, наверное, кажется, что актерские какие-то партнерские отношения на сценической площадке, они, ну, могут называться таким неким пинг-понгом, да, все-таки это определенный обмен энергии. Вот я все-таки хочу спросить у Катерины, вот как это чисто по-актерски, когда партнер твой, ну, как бы парализованный, как бы в коме по сценарию? Ну, у меня, мальчики, уже как второй бы? Раз спрашивают у меня, а вы вмешиваетесь в разговор. Просто скажи, что не как бы. Хорошо. Для меня актерское партнерство больше похоже на сообщающиеся сосуды. Ну а если он не сообщается, если он лежит? А как же он не сообщается? А вот как он сообщается? Общение происходит не только на уровне вербалики. Слово — это не единственный инструмент общения между людьми. И когда мы играем роли, мы находимся в материале, у нас за спинами есть легенды. Это может быть не показано в кино, но опыт жизненный, какие-то детали истории этого персонажа, которых нет в кадре, за спиной все равно есть. И как у нас может не возникнуть общение, если я прекрасно знаю, какую роль играет Женя, я ведь полностью читаю сценарий. А Женя прекрасно знает, какую роль играю я. Я знаю, что мой персонаж получает от этого жизненного опыта, когда он ухаживает за человеком, который полностью в его власти. Единственная ошибка этой медсестры, и человек может погибнуть. Или какой-то правильный шаг в его сторону поможет ему выздороветь. И... Когда передо мной бездвижный человек, я ведь не с холодным бревном общаюсь. Да, да, да. Я вижу объект, в который я вкладываю надежды, устремления, проецирую на него свои страхи. Он для меня такое же бьющееся сердце. Mm-hmm. Ну вот, Евгения, тогда интересно спросить в этом смысле. Играть человека без движения, ну, такой с обывательской точки зрения может показаться, что это, ну, что там делать, лежишь себе и лежишь. Mm-hmm. А вот чисто по-актерски это как? Первые 4 дня я действительно отдыхал. Да по кайфу ему. Так оно и есть. Поднимали, только втыкали какие-то трубки то в горло, то в нос. Но я не чувствовала, что он халтурит. Хорошо лежал. Хорошо. Натурально. Вдохновенно. Ребята, вообще процесс съемок, он гладко проходил? И сколько вообще длились съемки по времени? У нас был очень короткий съемочный период, 20 дней. Всего лишь? Да, это по современным меркам даже очень быстрым, очень, очень медленно. Ну вот, сколько возможностей было, столько и было дней. Поэтому вариантов что-то переснять или совершить ошибку какую-то особенно не было, потому что если мы потеряли, например, один день, мы бы просто не успели тогда закончить фильм. Поэтому двигались очень быстро. Конечно, хотелось бы больше времени, но вот сколько нам Кинобог выделил времени, средств, возможностей, столько мы и работали. Вот. И поэтому
Я думаю, что в любом случае решает подготовка, как вы, насколько далеко вы договорились до этого. Но в любом случае ты, конечно, если у тебя есть эти 5-10 минут остановиться и подумать просто о каком-то слове или подумать, куда это повернуть, это вот самое золотое, что может быть на съемочной площадке, это просто время. Название картины «То, что никто не видит». Чье это название? Кто придумал? Я придумал. Но это было... Нет, в плане том, что я говорю, варианты были же другие наверняка какие-то. Или, в принципе... Но когда я писал сценарий, было там, мне очень нравилось на английском название «woman», раздельно написанное, как бы, да, слово «woman», да, написанное раздельно. Да, мне казалось, что оно тоже интересно. Потом я понял, что это мне как латвийцу очень нравится, и что англичанину это не понравится, и вообще, в принципе, это довольно странно, да, вот, и поэтому я просто шел дальше, и вот на этом остановился. Там же был вариант еще, то, что они не видят на каком-то этапе, я помню. Нет, это уже интерпретации. У нас, в принципе, это название, понимаешь, что тяжело идет, и уже были интерпретации то, чего никто не видит, то, чего они не видят, кто и чего, что. Ну вот этот фильм, в общем, видят ли они, давайте задумаемся, да. Поэтому, да, ну, тяжелое название, ничего. Думаю, если один раз запомнишь, уже... Тоже привлекает внимание. Да. Маркетинговый ход, да, считайте. Да. Хороший ход. Ну-ка, посмотрю-ка я погуглю, как же так фигурно. Коллеги наши по цеху в кинотеатре выставляли фотографии. Там, например, идет «Тасковый Нинерец» написано, то, что никто не видит. Потом новый фильм с Арнольдом Шварценеггером, который называется «Секас». И еще какой-то. И все время из-за того, что есть вот этот «Тасковый Нинерец», получается предложение. И когда каждый раз три разных плаката, получается три разных. Тоскови нет. Ну, то, что они не видят, жизнь. Да. Да? А я вчера делала фотку «Логан. Тоскови нет». Да. Вот. Поэтому, в общем, новые варианты. Ну, а что дальше? По фестивалям повезете. Какие планы? Ну, какие планы? Надо сейчас вложить сердце и душу в этот фильм. Очень хочется, чтобы пришли люди и посмотрели, сложили свое мнение. Чтобы, да, отсидели, да, случилось. Потому что это же самое ценное. Вот мы сидели, да, на премьере. Я второй раз смотрел в воскресенье тест-вариант, можно сказать, один, да, вот в аудитории. Потом мы залом смотрели. Но это вообще абсолютно по-другому, да, когда резонирует со зрителем в обратную сторону. И поэтому хочется вложить силы, чтобы люди действительно пришли, увидели, сложили свое мнение, да, там и понравилось, и не понравилось, что-то поняли. Потому что в этом же и смысл кинематографа, да, как вот Густав Санд говорил, если несколько человек придут на твой фильм и после твоего фильма станут лучше для самого себя, тут это не зря все было, да, то есть это, ну, важно понимать, что для самого себя, то есть возьмут свой жизненный опыт, придут со своими вопросами, со своими проблемами и просто почувствуют, что они стали лучше, тогда это все силы вложенные не зря были. Подняться над собой и сделать шаг вперед. Да. Екатерина, Евгений уже не первый раз здесь снимается в Латвии у нас. Екатерина наверняка еще захочет приехать, и Станислав позовет, конечно. Общее впечатление, понравилось Латвии вообще? Что-то успели посмотреть помимо съемок? Были хоть какие-то свободные минутки? Или Станислав не пускал никуда? Я не знаю рассказывать, да, сейчас? Мне очень понравилось. Очень понравилось в Латвии. И, знаете, я замечаю в своей жизни такой феномен. Бывают какие-то совпадения, которые заставляют тебя почувствовать, что все в твоей жизни правильно. Вот такие конструктивные совпадения. Например, философские уже звучат. Например, буквально завтра, 25 марта, в Лиепае премьера спектакля режиссера Сергея Землянского, у которого я в Москве играю спектакль «Калигула». А вот у него премьера в Лиепае завтра. Так случилось. Да, другого спектакля. Это совпадение же. Да, и абсолютное совпадение. И если бы не было у меня завтра в Москве проб, то я бы завтра присутствовала бы на премьере с огромным удовольствием. И я черпаю из пространства такие совпадения,
не дают, они дают мне невероятную энергию. А для меня сейчас совпадение является даже то, что рижский бальзам был в моем доме один раз, единственный в жизни. Я просто помню почему-то этот запах, но это не был частый гость у моих родителей в баре, но вот как-то так случилось. И потом мы с ребятами в первые дни съемок, было холодно достаточно, и дом такой непрогретый, и мы вот вечерами с чувством выполненного долга садились в Синевилле на крылечке, пили горячий какой-то коктейль, смородиновый сок, рижский бальзам и апельсинки с корицей. И в этом было такое единение, такая дружба. И я навсегда запомню Латвию, как вот этот смородиновый горячий коктейль, звездное небо над головой, запах деревьев. И потом красивые улицы старого города, где я останавливаюсь всегда, когда я здесь живу. И Юрмала, вода. Что еще нужно для счастья? Мне кажется, благодатный край. А уже не то же впечатление, думаю, как всегда, все в порядке. Да, прекрасно. И этот период я успел погулять. А ты успел, да. не трави мне душу. Да, не буду тогда. У меня все хорошо. Говорится, приезжайте еще. Будем надеяться, что это не последний проект. Буду рада вас видеть, конечно, мы все обязательно. Да, поздравляем вас еще раз с премьерой. Обязательно, Володь, мы сходим, посмотрим. Конечно, тут других вопросов. Нашим телезрителям напомним, что фильм «То, что никто не видит» наконец-то вышел на большие экраны, идет уже в кинотеатрах нашего города. Обязательно сходите, посмотрите на работу нашего режиссера Станислава Токалова. И сегодня режиссеры и актеры, участвующие в этом фильме, Катерина Шпиц и Евгений Ткачук, были у нас в гостях.